С 9 по 12 ноября в Барнаул примет первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Такого масштаба краевая столица не видела несколько десятков лет. Ожидается приезд всех регионов России, от Владивостока до Владикавказа. Это 500 сильнейших дзюдоистов России. Конкуренцию алтайским ребятам будут давать лучшие спортсмены. Везде ребята работают, не отдыхают и готовятся к этому основному старту. Но я бы выделил это Кавказ, это юг и Урал, наверное. Так, ну, наш Сибирский федеральный округ тоже не слабые ребята, такие как Иркутская область и красноярцы, да и новосибирцы тоже. Планово алтайская сборная начала готовиться к первенству России еще 2 года назад. За это время команда посетила несколько международных сборов в Монголии и в Казахстане, а также успели съездить и на Кавказ, город Грозный. Одним словом, настрой запредельный. Ожидание тренерского штаба – полная самоотдача на турнире. Сильно большой турнир. Сильно турнир будет. Я надеюсь, своими пацанами медали будет получать. Но Россия большая страна, там конкуренция большая. А чтобы полностью окунуться в такое крупное спортивное мероприятие, мы всем желающим предлагаем приобрести топовый мерч. С 15 сентября стартовала продажа брендированного мерча. Бомберы, футболки, термокружки и многое другое вы можете приобрести в торговом центре Европа. Купив что-нибудь из этого, вы автоматически становитесь участником розыгрыша крутых призов. Главное, сохраните чек. Следите за подробностями в наших следующих выпусках новостей. И, кстати, билеты на первенство России по дзюдо можно приобрести на kassy.ru.